Так, семена конопли продается как корм для птиц 5 килограмм. Мы будем с него давить конопляное масло с этих семян. Сначала берем, моем, чтобы не было пыли, ничего такого. Пустые семечки уйдут. Посыпаем сюда. Ну, столько мы, наверное, сейчас помоем. Это остаток сюда. И начинаем мыть тепленькой водичкой. Тепленькой водички набираем. Теперь сыр. Хорошо, тщательно моем их, чтобы не было пыли в масле. Можно, конечно, отдать масло отстояться, чтобы пыль села, это все. Но желательно помыть. Пыль уйдет. А потом масло не нужно будет давать отстаиваться, потому что еще в этих шкурках, которые будет отжиматься масло от семян, у них тоже есть какие-то полезные питательные вещества. То есть частицы от шкурок тоже можно потреблять, которые останутся в масле. Не употреблять его, не давать осадок, тоже не выбрасывать. Теперь хорошо. Вода такая грязная. Всякая кака отсюда уходит. Еще раз, наверное. Чтобы все ненужные кашки нам ушли отсюда. Еще раз. Короче, моем. Потом продолжение следует.